Здорово! Добро пожаловать на Ягодное. Ну и начну с самого веселого. Купил я Мана и купил я Камаза. Или наоборот, неважно. В общем, теперь у нас есть еще два таких красавца. Поменял я прицеп-распределитель, который навоза, потому что тот что-то мне вообще не нравится. Там постоянно что-то надо смазывать, то все третье-десятое. В общем, я поменял на вот такой вот Страутман, который можно перекрасить. Перекрасил в наш любимый цвет. И... все шикарно. Ну что ж, а по поводу машин что? Вот такой вот КамАЗ 530 Turbo, который якобы тут 65-226. Короче, хрен поймешь, шильдиков целая куча. Но выглядит он вот так вот. Шикарно. Вроде. Неплохо. И вот такой вот ман стропил или степил. Блин, там язык себе сломаешь. Степил ТГС 18.500 Аграр, который есть с ВОМом. С трехточечной навеской, за ним можно цеплять все что угодно. Вместо трактора, вот тебе, пожалуйста, агротрак. Вот тебе и агротрак. Это у нас Made by Staple, да. Это что-то, кто в курсе, расскажите, что за Staple. Я так понимаю, что это какое-то ателье, которое типа переделывает маны в аграрные. Или что-то типа такого. Ну что, у нас... как ты помнишь, я уже тут немного прибрался, красоту навел, тополя высадил, вот эти всякие высадил, тут цветы растут, все пахнет, птички щебечут, красота неописуемая. Немножко я завез этих семян, немножко, или подожди, я семян не завозил. Не, по-моему, семена я завозил, но можно будет и еще купить. Немножко у нас того, немножко этого, всего по чуть-чуть. Растет уже кукурузка. И это не может не радовать. А, слышишь, знаешь что? У нас нет жидких удобрений. А хотя нам, в принципе-то, и не надо. Или надо? Жидкие-то удобрения, подожди. Ладно, не помню. Это поле у нас еще не подготовлено. Тут всего лишь вносится навоз. Еще не до конца. Тут даже остатки соломы остались. Вот, а кому очень интересно, откуда берутся эти миллионы, вот, пожалуйста, поля. Потому что были там прецеденты, когда пацаны некоторые приезжали такие, ага, а откуда у тебя столько бабла, ты охренел? Ты что там, воруешь потихоньку? Я говорю, ребята, вообще никогда не воровал, ничего не это, не туда. Все честно заработано вот с этих полей, солома дорого стоит. Хотя я вон тут пренебрегаю, можно было еще собрать на пару тысяч. Но дольше будем собирать, чем делать какую-то другую полезную работу, поэтому в баню. Вот, вносим, давайте, поехали, вносим дальше какули. А в то вносим какули поле. Это начинаем потихонечку сеять. Только я вот не знаю, чтобы посеять, какую-нибудь гречиху, наверное, давайте посеем. И еще что-нибудь. Так, у нас тут все готово, да? Надо будет еще вот такую штуку купить. А, не знаю, что нам надо будет купить. Я, кстати... да, все-таки, наверное, надо было маленькую штуку купить. Маленький распределитель. А маленького распределителя удобрений нету. Но он был, подожди. Он же был... же был. Есть большой, это я помню. Вот он. Рубикон этот, или как тебя там? Таурус Робуст. Да, что-то с маленьким, по-моему, не очень. Но этот Таурус Робуст не очень-то удобный, на самом деле. У него тележка не блокируется, и это как бы не очень весело, потому что парковать его крайне сложно, и поэтому он тут стоит прям на обочине. Дальше что у нас? Коровы сыты-здоровы? Есть какой вариант, ребятки? Есть вариант купить коровник вот тут недалеко. Вот этот вот. Вот здесь, на животноводческом комплексе в Ягодном. Или вот здесь на поле его построить. Рядом где-то прям. Не знаю, давайте пишите в комментариях, что, как и почему. Да, тут всего лишь 175 тысяч будет стоить. Сразу готовый коровник. А строить как бы... ну там понятно, что захудалый. Но как бы и наш коровник не супер-пупер-то нано-ультра. Поэтому не будем тут вот это вот. И что? Нам в первую очередь сейчас очень нужны деньги. Опять нужны деньги. Мы рассчитались долгами. Я купил два тягача, которые, кстати, КамАЗ сейчас отправляем на завод. На этот, как его? На масло. На маслобойный завод отправляем.
Он там будет работать у нас. Здесь, ну, потому что, да, аграр тут больше ман пригодится. И Мерседес будет там уже для разных всяких таких туда-сюда обратно. В общем, с чего мы начинаем? Сейчас берем какую-нибудь из вот этих вот Нью-Холландов. Любой, в принципе, берем. И едем. Продолжаем посыпать наше поле. Посыпаем следующее поле. Сеем что-то, пашем, как всегда. И, в принципе... А, подожди, у нас... Да, кокуль у нас особо своих нету, но зато у нас есть вот эти вот кокули. Сейчас мы ими, в принципе, и затаримся быстренько. Так, кокули пока затариваются. Это... Что у нас дальше? Дальше, наверное, будем подготавливать сеялку. Новую. Новоиспеченную. И я вот думаю. Может, на том поле, на 41-м, что-нибудь посадить такое интересное, например, даже не знаю, какой-нибудь морковку там, например, или еще что-нибудь интересное. Кукуруза у нас есть, в принципе, картофель, свекла нам пока не нужны, да, пока нам это все не нужно. А что нам нужно? Нам-то, в принципе, много чего нужно. Ладно, погнали, сейчас будем что-то думать.
Потихонечку движется работа. И все-таки я решил купить маленький распределитель удобрений, потому что что-то тут, короче, нечисто. Что-то мне все это не нравится. Кукурузу вот надо удобрить. Тут не принимает поле. Нифига. В общем, сплошной какой-то секс. И на этом поле, наверное, будем сеять подсолнух на маслозавод. Потому что других вариантов особо нету. Сейчас мы это все дело быстренько задискуем. И будем запускать уже какой-нибудь аппарат сюда. Да? Давай, наверное, две. Вот так вот. И вот так вот. Ну, в принципе, неплохо, да? Давай, дружище, ты воюй тут. В общем. Да, вот тут еще, конечно же, подправить надо. А то у нас тут все движуха-движуха. Идет-идет. Надо иногда поля вот так вот подправлять. Потому что, ну, хочется, чтобы прям красиво было. Без всяких кусочков вот этих непонятных. Торчащих в разные стороны. Так что будем, если что, подправлять. Ну и что? У нас приехал маленький трактор. У нас приехал маленький трактор на... Сюда, куда? В магазин он приехал. И сейчас мы повыбираем что-нибудь из распределителей удобрений. Да, такое, чтобы можно было прицепить на трактор. Или чтобы на узких колесах было. Вот такая, конечно, хрень вообще офигенная. 10 тысяч. Урожай не мнет. 36 метров кидает. Прям шик, блеск, красота. Что у нас дальше? МВУшка топчет, вот это все топчет. Вот такая есть фигня на 4000, но 4000. В том-то и проблема. Хотя она стоит прям, ну, совсем копейки. Прям 17000 для начала. Может, для начала ее взять на 4000 литров. Весьма неплохой вариант, хочу сказать. У нас-то есть большая удобрялка, это понятно, но та большая удобрялка, блин, 50 тысяч, жалко, жаба давит. Жаба давит. Жаба давит. Да что жаба, убить эту жабу надо, да и все, покупаем. И не выпендриваемся, заработаем еще денег. А технику надо покупать самую лучшую, топовую. Я считаю, нефиг вот эту жабу эту кормить. Да? Как ты считаешь? Я вот думаю, для этого тракторца взять еще, может, противовесик маленький. Где-то на тонну. А? Но у нас-то там есть противовесики какие-то. Ну, давай возьмем противовесик для этого трактора. Какой-нибудь, ну... Ну, на тонну есть. Есть на тонну 600. Блин, на тонну 600, может, большой будет. А есть какой-нибудь специальный для Нью-Холланда? Нету таких противовесов? А почему? Ну, это, конечно, обидно, обидно, ребятки. Хотелось. Очень хотелось для Нью-Холланда какой-нибудь специализированный этот. Сколько? 400, 600, 1300. 1300. Нет, это не по нам. Зато вот для John Deere есть, для Fendt есть. Для Armatrack даже есть отдельный. Кошмар, есть для всех, кроме как... Подожди. Вот на тонну, да? На тонну вот такой вот. И вот так вот покрасить. 1400, 1800. И можно плиты накладывать. Во, слышишь? Так мне такой нравится. Офигеть. Вот, 1400 берем на всякий случай, да? Шикарный. Вот, мне нравится. Это у нас Аграр Техник АТ какая-то фирма. Прям
Сейчас посмотрим, как это все смотрится. 3300 не деньги, в принципе, если это еще и смотрится нормально. Ну, вот так вот это выглядит. Такой бампер. Нормально, пойдет. Для начала пойдет, потом, если что, поменяем. Если вдруг совсем прям будет плохо. Слышишь, может сразу заправить. 10 тысяч заправить, да? Давай сразу заправим. Вот тут пока мы в магазине по дешевке возьмем. По дешевочке возьмем. Вот таких вот штучек 5, да? 5 мешочков нам, в принципе, хватит. 2. 3. 4. И 5. Отлично. Но у нас деньги тают на глазах. Я вообще уже в шоке с этой фигни. Сегодня, только сегодня было 600 почти тысяч, ребятки. Было почти 600 тысяч. Я вообще хренею. Вот если честно, я прям сильно хренею. Потому что КамАЗ. Ну ладно, КамАЗ вроде не сильно дорого стоит. Но тем не менее, извините. Ой, что это я делаю? Тем не менее, извините. Тем не менее, как бы, все равно денег стоит. Я не помню, сколько за него отдал. 50 или 70 тысяч евро. А ман не очень дорогой. Не самый дорогой из манов. Но все равно это было 120 или 130 тысяч. Потом, прицеп 100 тысяч. Дурдом. Это прям дурдом. А вот этот вот... Ну, смотрится он, конечно, не то чтобы, я бы сказал, супер эстетично. Но зато можно на него навешивать вплоть там до Ахулиона примерно. Давай, поехал. А у нас, я так подозреваю, есть какая-нибудь свободная техника? Нету? Вот интересно. Свободная техника. Так, а у нас КамАЗик, кстати, приехал. В КамАЗик мы сейчас, наверное, засыпем семян. Засыпем семян, да? И отправим на базу. И нам надо будет еще для жидкого какого-нибудь дерьма. Так, сейчас вот еще минус куча денег уйдет. Для жидкости всяких сделать... бочку какую-то поставить стационарную и забить ее гербицидами. Только нужно место опять. Так, ну смотрите, бабки улетают, но зато мы затариваемся семенами. И надо будет еще затариться, вернее, потом перейти, наверное, на производство своих семян, потому что это не дело прям. Вот сейчас 50 тысяч ушуршало, пожалуйста. 50 тысяч, как не бывало. Да, база, база, база. База сыпучки. База сыпучки. Но это надо переименовать, как бы. Это ж не база сыпучки. База сыпучки. Надо магазин сыпучки перепере. Магазин сыпучки. Вот. Вот так вот. А это у нас база сеновал, удобрение. Что у нас есть? Известь. Ну, в общем, пока на базу едь. А мы потом разберемся. Так, что у нас дальше по планам? По планам у нас вот этот молодой человек что-то тут дискует. Даже. Он, конечно, дискует, но, по-моему, он там пропускал. Нет? Вот тут что-то. Что это у нас за пропуски непонятные? Ладно, пропуски пропусками. Тут у нас уже человек прям солидно упоролся. Все работает. Даже где-то 2 литра потратил удобрений. Но это бывает всякое. Хорошо. Продолжаем наш разговор. Сейчас у нас будет в планах начать вот это высевать подсолнух на 41-м поле. А, слышь, а у нас-то техника есть. Ну, у нас Джонни у нас не потащит. Подожди, а сколько у нас требует... Наша сажалочка. Так, наша сажалочка требует... Хрен бы его знал, сколько сажалочка требует, да? Сажалочка требует 300, блин. А у нас нет 300 коней.
У нас один тут задействован, один там задействован. А нет, у нас есть 300 коней, но там нет вома. А, нам воме не нужен, это же сажалочка. Отлично. Значит, мы берем что? Большого этого дилду эту. И пусть он работает. Он у нас стоит какого-то хрена. Я хочу его, конечно, поменять, потому что это не дело. Он у нас без вома. А было бы неплохо, конечно, купить с вомом что-нибудь интересное. Но пока что у нас получается, что не получается. Деньги все время куда-то рассасываются, и ни хрена из этого хорошего не выходит. У нас там хотя бы семена есть. А, ну мы если что заправим. У нас там есть семена. Ну все, помчали. Че мы тут это? Тики мне. Продвигается потихонечку посевная. Уже, можно сказать, много чего посеяли. Ну, в смысле, площадя. Ну да, тут, конечно, еще сеять и сеять, да? Тут Versatile у нас, который нью-холландовский большой. Ну, половинку ему еще, конечно, где-то, да? Но сажалочка-то очень маленькая. 12 метров, надо что-то думать другое. Этот у нас гусек что делает? Этот у нас гусек все нормально работает, да? У нас единственное, знаешь что? Надо сейчас будет этот наводить уже порядок по поводу сорняков. Тут, конечно, еще сеять и сеять. Вот надо будет задумываться по поводу какой-нибудь очень большой сеялки. Но для того, чтобы купить очень большую сеялку, нужен очень большой трактор.
Вот прям коней, я не знаю, 500-600, наверное. То есть вот самый максимальный, который есть. Там есть, конечно, Нью-Холланд такой, страшный монстр на 600 коней, но он стоит полмиллиона. Поэтому мы пока что бомжи. Поэтому нам вообще нет смысла рыпаться. Мы будем рыпаться после того, как накопим хотя бы миллиончик. Это в лучшем случае, потому что надо будет тогда купить... что купить? Ну, надо будет большой трактор покупать, этого продавать, который Versatile, New Holland, тру-ля-ля, вот это все вместе. Надо будет, кстати, менять мастерскую, потому что в эту мастерскую большая техника уже не влезает, приходится на улице обслуживать. Ой, столько дел, столько забот, это полная засада. Прям вот с коровами еще тоже не разобрались, потому что... Потому... Ладно. Сейчас, в общем, ждем, пока досевают работники, и будем опрыскивать. А пока технику подготовим. Что у нас тут? Посмотрим хотя бы, что у нас тут за техника. Ну, прикольно, прикольно. Это у нас для чего тут? Для водички. Для водички. Ну, все нормально. Техника как техника, отличная. SP400F. Так, подготавливаем пока что технику. И как только они заканчивают сеять, а у нас тут уже видим, да? Сорняки в полный рост. Ох, какой богомол широченный. Во. Вот такая штука у нас тут. Нормально. Ну, в принципе, мы можем тут вот за этим, за сеялкой немножко уже обработать, а потом уже как-то что-то придумывать, да? Но мы за ней все равно, скорее всего, успеем, а может и не успеем. Но у нас 36 метров размах, а у селки 15. Поэтому по-любому успеем. Ну да ладно, все равно как бы надо. Поехали.
закончена уже уборка, и осталось только 41-е вот немного поле доёрзать трактору с сеялкой, обработать гербицидами от сорняков, и в принципе все. Посевная закончена. Единственное, надо будет разобраться, что вообще творится с удобрениями. Я нифига не понимаю, тут все плохо. 60 килограмм, 60, 80, основная штука это 80 килограмм на гектар. Это как бы мало, если ты понимаешь, о чем я. Так что надо будет как-то разбираться с этими вот штуками, всеми дрюками. И потом смотреть, как это все исправлять. Ну что ж, а мы в принципе за кадром уже доделаем это все потихонечку. Спасибо, что досмотрел до конца. Обязательно ставь палец вверх, подписывайся на канал, если впервые тут. Это ссылки в описании, да, я уже показываю автоматически. Переходи по ссылкам в описании, там второй канал, где выходят таймлапсики. Вот, по разным интересным маленьким картам. А что еще? Еще заходи к нам в Discord пообщаться. В Дискорде можно скачать все наши модификации, всю сборку сразу. Просто найти себе компанию для поиграть в ферму или пообщаться со мной или с другими подписчиками. Все. В принципе, на этом будем прощаться. Всего хорошего. До новых встреч. Удачи тебе. Пока.